забавные моменты, романы, лирика, любовь и комплименты. Скучно не бывает, все это знают. Школа воспитала нас и выпускает, пролетает время, мы становимся умнее. Книги, поэзия, развиваемся быстрее. Красочные стены, кабинет с доской. Школа, это дом мой. Родители воспитали, дали советы, знания давали в школе. Учителям спасибо за их терпение, за силу воли. Любовь порой приходит в школе, ревность, измены, выяснение отношений на переменах. Чего только не происходило в школьных стенах. Я помню свой класс, свой первый урок. Пришел выпускной, прозвенел последний звонок. Тебя влюблю за все тебя, за все.
что хороша земля моя, за то, что бьются радостно сердца, за то, что есть мои учителя, и жизни нет, наверное, конца. Поклонимся родному очагу, здесь дарим бесценное наследие. У школы будет вечным долгу, от первого звонка и до последнего. Куда судьба спасала и жизнь своих учеников, мы знаем, наше это начало, основа всяческих основ. На этом вкусный журнал закончен. Но мы с вами не прощаемся. Мы приглашаем всех на праздничный концерт, который состоится в районном доме. Дорогие гости, уважаемые ветераны педагогического труда, учителя, родители, ученики, друзья нашей школы, примите самые искренние поздравления с юбилеем нашей школы. Большие слова признательности хочется сказать ветеранам педагогического труда. Именно ваш самоотверженный труд дал для нас и нам вот такие достижения, которые мы сейчас показываем в школе. Скажите, пожалуйста, а с чего для вас начинается школа? Хочется ответить, наверное, сначала обычными словами, как в театре с вешалки или в доме с порога, но для меня школа начинается с горизонта. Вот как я подхожу и вижу какой-то край школы или угол, все, школа для меня началась. С горизонта. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а в каком же окне нашей прекрасной школы должен загореться первый свет? Первый свет? Ну, я думаю, когда мы готовились к этому мероприятию, у всех были названы кабинеты, любимые учителя или предметы. Но как-то никто не назвал кабинет директора. Почему-то никто туда не ходил с удовольствием, и ни у кого он не является любимым. Поэтому кабинет директора. Почетной грамотой Совета Арсгирского муниципального района награждается
Денейкина Оксана Николаевна. Остапенко Татьяна Николаевна. Глухова Валентина Николаевна. Данченко Татьяна Юрьевна. Москаленко Наталья Владимировна. Счастья, любви, чудесного настроения!